sport.ru. С нами сегодня Анастасия Григорьева, серебряная призерка чемпионата мира по латиноамериканскому секвею. Анастасия, вы прекрасно выглядите. Вы сегодня уже танцевали? Да, я сегодня уже станцевала. Я уже насладилась этим состоянием быть на паркете этого прекрасного зала, в атмосфере этих людей за столиками прекрасных, которые реагируют очень положительно, что очень помогает танцевать и быть на этом паркете. Да. Но все-таки вот конкурсный формат и формат шоу, да, это немножко разные состояния. А вы себя в каком чувствуете более гармонично? Безусловно, шоу. Я люблю латино, я люблю танцевать 5 танцев латино. Мы все с этого начинали и перешли, я в данном случае, я перешла в формат шоу-дэнса. Мне нравится одевать разные маски на себя, мне нравится пробовать разные образы, мне нравится быть сегодня доброй, завтра, естественно, в образе, можно сказать, деловой. Мне нравится больше шоу-дэнс формат, лично для меня. Настя, но все-таки хотелось бы также обратить внимание, да, на то, что происходило на конкурсном паркете. Может быть, ваши впечатления первые, кто был сегодня вашими фаворитами? Первое впечатление, что для меня смотреть из зала со стороны, это уже как-то необычно, потому что в прошлом году мы участвовали, сами танцевали на паркете, сами знаем, что это такое. В этот раз для меня фавориты, я могу назвать отдельно пары, которые мне очень понравились. Безусловно, мне очень понравилась Меля с Сережей. Обожаю их, ребят, обожаю харизму. Опять, что для меня, в принципе, ближе, чем, например, просто техническое танцевание, исполнение латиноамериканских танцев. Мне очень понравилась Оксана Лебедева, мне очень понравилась Анна Мельникова. Просто очень приятно смотреть, держит взглядом и радует. А скажите, пожалуйста, а когда вы смотрите на пару, все-таки признайтесь, вы больше смотрите на партнершу, на пару или на партнера? На партнершу, конечно, да. Но если партнер настолько хорош, он настолько, английское хорошее слово, handsome, что невозможно оторвать взгляд. Все равно женское внутри что-то тянет к мужскому. Но как с профессиональной стороны, конечно, я смотрю сначала на партнершу, а потом на партнера. Да. Ну, я желаю вам приятного вечера. Спасибо вам за выступление. Удачи. Спасибо большое. Спасибо. Наслаждайтесь.